Итак, всем привет, дорогие друзья и зрители. Попробуем сегодня поиграть в Brawl Stars. Надеюсь, меня хорошо слышно. Что ж, надеюсь, нас интернет сегодня не обломает, и мы попробуем поиграть друг против друга. Ну что ж, она. Да. Сразу так вот, неудача такая. Ну что ж, попробуем еще разок. Надеюсь, сегодня кто-нибудь зайдет к нам на канал. Посмотрит нас хоть кто-нибудь, заглянет. Надеюсь. Капец. Да что ты будешь делать? Давай, держись, держись. Да. Так, ну что, попробовать выбрать другого бойца. Make it like a tree and leaf. Time to take care of the weeds. Попробуем с ним. Побегаем. Будем потихоньку играть. Играть, не напрягаться. Сегодня просто расслабуха. Надеюсь, интернет даст поиграть. Ну
капец. Так. Офигеть. Жаль. Да, заруба сегодня на нашей стороне, в этот раз. Так, что у нас тут? Ящик. Ящик-то не открывался еще. Вау, монеты, монеты. Так, ну и все, да. Новое событие. Все. Попробуем. Oh!
Ура! Победа наша! Ладно, еще разочек. Попробуем еще разок. Пока что учусь еще, как это все делается. Time to take care of the weeds. Time for trouble. Новый боец Кольт. Стрелок. Подарок какой-то. Хватает. Так, ну что, в бой, Настя, ОМОН. Ура!
Да, прикольная игра, так, Brawl Stars. Можно сказать, на расслабуху. Вообще без напрягов. Вот некоторые зато игры. Играешь так, постоянное напряжение. А тут вообще расслабуха. Пока. Check out my guns! не хватает. Flower power! Ого. Ну, давай. Попробуем с тобой. Чё тут, друзья? Замочили. Пробуем еще разочек. Rosa is my name, Botany is my game. Yeah.
так. Да. Так, будем потихонечку играть, повышать свои навыки. Time to take care of the weeds. Охренеть, жизни поотняли. Давай посмотрим, что в ящике. Монетки. Все нормально. Гитарист его, балалайкин. О, Макс. Привет, привет, Макс. Спасибо, что заглянул. Рассказывай, как у тебя дела. Если ты еще тут. Я вот, как видишь, решил в Brawl Stars маленько поиграть. А так дури помается. Я же обещал зайти. Да, спасибо. Скачал и все. И на компе, короче, установил. Not cool.
то, что она вообще на телефоне как бы должна работать, ну и через компьютер тоже можно сделать. Не знаю, может на телефоне даже удобнее в нее играть. Так что да, как-то так вот. Играю с компа. Учусь играть. Игрок-то с меня так себе. Я только, как видишь, только начал. Замочил. Я купил PS4 Just Cause 3. Или, я так понимаю, на PS4 сейчас будет, да? Или ты всегда играл на PS4, что-то я... Я вот вижу, как компа все время, с компа. Так, что-то мне вот этот гитарист Балалайкин вообще не нравится. Короче, надо бойца поменять по-любому. О, нет, иди отсюда. Вот это мне больше нравится. Тут что у нас? Удвоитель жетонов. My name, but needs my game. 251 рубль. XL Edition. Это в смысле игра стоит вот 251 рубль? Я правильно понял, надеюсь. Time to take care of the weeds.
Не, вот на PS4 вот это вот по-любому все приходится покупать. На компьютер как-то я не заморачиваюсь, я все. У меня друзья торренты, скажем так. Я как-то не покупаю это все. Зачем это тратится? Скачал торрент. Ну пошла игра, пошла, не пошла. Да и бог с ней, скачал что-нибудь другое. Как бы... Вообще стараюсь голову не греть. А на PlayStation по-любому придется брать. Покупать игры. Да, игра. Ну да. Ну вот видишь, на компьютер я с торрента скинул, скачал. Да. Тут как она называется-то сейчас? Blue Starks. Короче, программка, и все, и через нее я Brawl Stars этот установил. Он у меня через нее работает. Как-то так. Ну и чё, игра-то ты мне скажи, чё ты пробовал в ней уже, играл? Вообще как, понравилась игрушка-то, нет? Стоит такую брать вообще? Ну, как бы играть-то? Ну, несколько часиков поиграл, никто не зашел. Ну да, как я вот сейчас Brawl Stars тоже сел. Поиграть. И вот ты единственный, кто зашел. Больше тоже никого нет. Ну, главное, чтобы самому понравилось. Главное, чтобы самому эта игра нравилась, чтобы... Было приятно играть, это самое главное. Мне кажется. А если игра самому не нравится, тогда... Тогда не знаю. Главное, чтобы самому нравилось. Многие вон Brawl Stars вообще не переваривают. А много есть фанатов по ней. Кто-то в Warface вообще балдеет просто. Сумасшедшие просто люди, которые вообще просто сходят с ума по этой игре.
Ты тоже стал таким же. Да я так маленькая побаловаться. Я в основном люблю разные игры. Всякие. Я как бы Brawl Stars тоже никогда не понимал. Но думаю, да, попробую, чем черт не шутит. Ну так, что-то раз сел туда-сюда, вот сейчас вот сижу маленько, пытаюсь как бы между делом догонять, чё к чему. Так вообще, сам видишь, я и в Enlist играю, и много других игр у меня на канале, пройденных уже, которые сейчас в процессе. Ну, в процессе-то, конечно. В процессе игры Лисет и про зомбаков. Любить Браверс. Да, как бы, Браверс. Браверс — это так, баловство. Хотел маленько побаловаться. Постримить. Другие игры тоже буду играть обязательно. Я на одной игре не буду зацикливаться, это, мне кажется, не мое. Я однажды в Quake 3 Arena играл, знаешь, много-много лет. Я его весь на экстриме прошел. Ну и чё толку? Да, если я с кем-то буду в Quake 3 Arena играть, да, я многих могу умотать. Но смысл? Не вижу смысла. Кто-то будет смотреть этот квейк. Ну и чё, он есть у меня, он на канале. Пройден практически весь на экстриме. Никому не надо. Поэтому я думаю, на одной игре не буду зацикливаться. Буду познавать потихоньку разные. Mortal Kombat тоже крутая игра, да? Согласен. Но с компа в неё играть я пробовал. Правда, 9-й, по-моему, у меня, да, 9-й. 9-й Mortal Kombat я играл. С компа. Ну, если честно, на клавиатуре вообще капец как неудобно. Надо, короче, геймпад. С джойстика играть по-любому лучше. Когда женишься, я когда женюсь, так я уже женат давно. Я вот сижу в Brawl Stars, играю, у меня двое детей рядом спят. Есть мобайл. Чё, да, есть всякое, есть, всё есть. Что у нас тут? Что-то фигня какая-то. Дружи
дружище, привет, удачного стрима и отличного настроения. Спасибо, спасибо, дружище. Спасибо, что заглянул. Здесь решил браво маленько постримить, не знаю, правда, только. Надеюсь, никаких там лагов жестких нету. Это интернет -то тоже такой себе. Громает все время. Сейчас, наверное, маленько это буду завязывать. Алло, 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 блин, меня вот это убивает, как она кричит. Че, жесть просто. Кого стреляю, куда стреляю, на? Тут кто-то спрятался, партизан, не видел. Просираем, что ли, мы сегодня? Ну вот, конечно. Так и думал. Тут может что-нибудь другое выбрать. Тут какая-то карта интересная. Парная, одиночная. Давай, парная. Сейчас все маленькое и буду завязывать с этим стримом. Кого тут где месить-то надо? Команда лучше всех. Какая прелесть.
так больше ничего нету. Ну ладно, еще может разочек. И буду завязывать с этим делом. Которое уже поднадоело мне это дело. Ходишь, стреляешь отсюда, чё? Чё, нет, нельзя зайти. Вы чё, сволочь? Замочили нафиг. Чё? Я одну играю, он говорит, твой сын. Это я тебя вообще не понял, дружище. Я одним играю, он говорит, твой сын. Ты что, детям даешь играть лет? Будет два. Это вообще не догнал о чем-то. Take care of the weeds. Всё. Всё. Помотали. Возвращение. Старс. Буду завязывать. Спасибо всем, кто заходил, ребята. Спасибо всем большое. Спасибо всем тем, кто будет смотреть в записи. Увидимся.